Благодарность полицейским. В адрес Главного управления МВД России по краю поступило письмо от коллектива телекомпании «Солнечный». Работники средства массовой информации попросили поощрить полицейских поселкового отдела за оперативное установление личности злоумышленника. Весенней ночью в здании телеканала вспыхнул пожар. Помещение серьезно пострадало от огня. Прибывшими стражами порядка было установлено, что это был поджог. Неизвестный закинул внутрь горящую покрышку и подпер входную дверь снаружи. Дежурные сутки благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска лицо, совершившее мышленный поджог здания, было установлено. Им оказался 31-летний, неработающий, ранее судимый житель города Ужура. Именно такая оперативность полицейских и вызвала восхищение у журналистов. Сотрудники даже не думали, что найти поджигателя окажется возможным. Как позже выяснилось, молодой человек состоял на учете у психиатра. Сказать, что случившееся стало для работников предприятия потрясением, это ничего не сказать. Но сотрудники МВД по ЗАТО поселок Солнечный не только оперативно нашли поджигателя, но и сделали все от них зависящее, чтобы эта ситуация впредь не повторилась. Люди в погонах оказали не только профессиональную, но и просто человеческую помощь в быстром поиске виновного и чутком отношении к нам, оказавшимся в беде. По факту попытки поджога полицейскими следователями было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. Районным судом злоумышленнику было назначено наказание в виде принудительного лечения.